ребята, наконец-то я с вами могу уже поделиться этой прекрасной новостью, которая вот тут вот у меня внутри сидела. Блин, в общем, сегодня я стала ведущей на канале 360 больших и маленьких новостей. Вы представляете, я безумно переживала, вы просто не представляете, какое состояние у меня было. Но мне сказали, что у меня все замечательно получилось. Кстати, завтра у них выходит мой первый эфир в качестве ведущей. Поэтому обязательно не пропустите, посмотрите, потому что...